Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео мы с вами будем подводить итоги конкурса «Лучший комментатор» за январь уже 2016 года. Наш конкурс длится уже целый год, потому что я прекрасно помню, как в январе прошлого года записывал условия конкурса, стоя на берегу нашей чудесной Волги. Ну да ладно, предлагаю время не тянуть, переходить и смотреть, кто стал самым лучшим. Итак, друзья, давайте смотреть. Место номер 3, комментарий, который мне понравился, это пользователь с ником Виталий А. Виталий А и его комментарий к моему видео про обучение классическому тасованию. Итак, что же получает у нас Виталий А? А Виталий из сундука моряка получает классический байсикл стандарт. Вот такую вот колоду получает у нас Виталий. Место номер 2. И комментарий, который мне также понравился, видно, что парень писал прямо от души, от сердца. Это пользователь с ником Forsberg 225. И его комментарий к моему видео... Шаг номер 8. Фальшивое тасование. Итак, что же получает Forsberg 225? А этот матрос получает у нас классненький Талихо. Это у нас Circle Back. И вот эти карты достаются Forsberg 225. Итак, кто же у нас на первом месте? А на первом месте у нас матрос с ником Максим Пугачев. Максим Пугачев и его комментарий к моему недавнему также фокусу Twisting the Aces, крутящиеся тузы. Итак, что же получает Максим Пугачев? А Максим Пугачев получает вот такие вот клевые Bicycle Guardians. Эти карты я прям с удовольствием дарю Максиму за его самый лучший комментарий, в январе 16-го. Но, как мы знаем, у нас же есть еще самые активные пользователи. И кто же стал у нас самым активным в этом месяце? А в этом месяце самым активным стал пользователь Роман Баумбах. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами посмотрим, кто у нас стал самым активным подписчиком в этом месяце. Сейчас у нас 31 января 2016 года, время 9:39. Итак, я, как обычно, захожу в раздел «Поклонники». Да, вот здесь вот, кстати, такая вот неприятная новость появилась о том, что раздел «Поклонники» скоро будет удален. Но вы по-прежнему сможете смотреть, кто подписан на ваш канал. То есть, я так понимаю, когда раздел «Поклонники» будет удален, мы не сможем отслеживать самого активного. Ну, пока он существует, собственно, конкурс с активным поклонником будет продолжаться. Итак, ладно, давайте перейдем, выберем упорядочить по активность пользователя. Так, ну, про этих первых двух я как бы не сомневался, что они опять будут. Но так как они по два раза уже у нас выигрывали, то, соответственно, самым активным поклонником в этом месяце становится пользователь с ником Роман Баумбах. Ну, что ж, Роман, поздравляю вас. Давайте перейдем и посмотрим, что выигрывает у нас Роман. Итак, что же получает у нас Роман? А Роман получает карты Bicycle Rider Back. Вот такие вот картишки, прикольненькие, достаются Роману. Итак, друзья, вот они наши победители. Самый активный Роман Баумбах, место номер 3 Виталий А, место номер 2 Forsberg 225 и место номер 1 Максим Пугачев. Я от души поздравляю победителей. Пишите мне в личку, пишите именно в Ютубе, пишите там сразу мне с вашей адреса.
Вот. И после 15 числа следующего месяца вам карты будут отправлены. Конкурс наш продолжается. Пожалуйста, участвуйте все, кто хотите. И помните, что если вы оставляете комментарий, то вы автоматически становитесь участником нашего конкурса. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи на нашем судне. Пока!